Проспект Созидателей, что в новом городе, начали ремонтировать. Подрядчик уже успел демонтировать борткамень, отфрезеровать поверхность и положить выравнивающий слой. Планируем до 20 числа положить верхний слой покрытия ЩИМА. Однако по обочинам проспекта не успели оперативно убрать срезанную асфальтовую крошку, и в социальных сетях автовладельцы указали властям на эту недоработку. Администрация Заволжского района отреагировала на обращение. Мы видим, что сегодня по нашему обращению к подрядчику все недостатки устранены. Старый асфальт, который остался, он сегодня убирается, и, соответственно, все будет приведено в нормативное состояние. Основные работы по ремонту проспекта Созидателей проведут в следующем году. Планируется, что появится новый борткамень, качественное асфальтовое покрытие и остановочные павильоны для общественного транспорта.